А еще я не знаю, я делаю правильно или нет. Но на самом деле я все делаю правильно. Мне плохо. Извините, я тут после праздника. Я его заблокировала. Если вы меня любите, вы его тоже заблокируете. Потому что так нельзя поступать. Не ходите больше на его спектакль. Прокляните его ночью на кладбище, пожалуйста, мои люди. Мне хуёво. То есть вообще нормально? Ну это нормально, мало того, что вообще я в отпуске все самое интересное пропустила. Я вообще-то опаздываю на съемку новостей. И мне вот это вот сейчас говорят, что я не могу приземлиться во Внуково. Вообще. Нахрена я вообще летала в этот отпуск и тратила такие бабки за билет? Ну просто пиздец.